Надвигаются события огромной, можно сказать, небывалой важности. Посевная и битва за урожай. Много лет наш колхоз считался убыточным. Но в агрогородке такое происходить не может. Поэтому мы ставим себе целью собрать огромный, так сказать, небывалый урожай картошки. Товарищ, накормим всю страну. Мы-то накормим. Только боюсь, тем, чем мы сможем накормить, никто есть не станет. Молчать! Ты, Грышка, за зарплатой можешь даже не подходить. Какие будут предложения по повышению количества клубней? Одна из вредоносных болезней картофеля – это глободероз, вызываемый золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Этот вредитель накапливается в почве, и чтобы от него избавиться, нужно применять севообороты или садить устойчивый к этому заболеванию сорт. При его появлении нужно предупреждать соответствующие службы или селекционеров, также внедрять устойчивые сорта к этому вредителю. Это сорт памяти Рогачева, солнечный и сорт юбиляр. Так, а ты откуда это знаешь? Книжки прочитал. Назначаю себя Нельдаровича заместителем пожарной части. Ну, я не достоин, не надо, пожалуйста. Скромный, молодец. Отказа я не приму. Пятый часть за урожай. Не посрами его, старика. Я пойду в санаторий старый ревматизм лечить. А то уже пятый год и без отпуска. Так в прошлом году вы в Турцию ездили с Галиной Ермолаевной. Это я на конференции был. Делился опытом с турецкими коллегами. А сейчас лечиться. Вернусь осенью, как раз к сбору урожая. Не вырастет картошка. Голова с плеч. Шучу, шучу. Здравствуйте, как вас там? Григорий, ну как, урожай большой? Какой урожай? Ничего не сажали, ничего не выросло. Вот что я забыл. Да, председатель вернется, вот он тебе задаст. Что же делать? А если я тебе идейку подкину? Ты мне лед руку поставишь? Помоги, родной, все что угодно поставлю. Поить буду всю зиму. Из министерства не страшно. Иван Ильин Аминович, селяне наши трудолюбивые. В этом году собрали огромный, так сказать, небывалый урожай картофеля. Это что такое? Сколько колхозов объехал, а такое я первый раз вижу. Семен! Это новые сорта. Это картошка самомойка, а это картошка самоклейка. Вот это молодцы! Вот это надо наградить! Это ж как раньше! Выкопал картошку! Мой ее чей, а теперь все просто! Достал из земли на стол, награде вашего громоздрализатора! А чтобы отчет министерства! Убьет! Наградят!